Одинцовские депутаты-единороссы проинспектировали ход строительства очистных сооружений ливневых и талых сточных вод в деревне Раздоры. Мониторинг осуществляется в соответствии с проектом «Городская среда» и в рамках исполнения наказов Народной программы партии. Транспортный объект пройдет через трассу А106 Рублево-Успенского шоссе. Двухполосный путепровод станет частью транспортной развязки. Общая протяженность около 1200 метров. Длина мостового сооружения – 82 метра. Завершение строительства запланировано на 2023 год. По результатам инспекции депутаты зафиксировали, что работы ведутся в строгом соответствии с установленным графиком.